Сегодня в области прошел старейший крестный ход с иконой Божьей Матери Знамени. Как и 400 лет назад, паломники перенесли святыню из Знаменского собора на место ее обретения в коренную пустынь. В рядах паломников прошла и наша съемочная группа. В молитвенный путь верующие отправились в девятую пятницу после Пасхи. Для многих участие в крестном ходе с иконой Божьей Матери – это не просто традиция, но и путь к просветлению и исцелению. Придает силы, помогает во всем, если молимся усердно. Богородица нас вообще покрывает своим амофором. Так что в радость нам пройти вот со всеми. Это благодать Божия. Господь помогает нам, Божья Мать. Когда людей много, люди все идут к Богу и молятся. Господу Богу, Божьей Матери, чтобы Божья Мать помогала, заступала, сдавала, чтобы мир был на земле. После акафиста перед иконой Знамени в церкви села Тазово паломники отправились в коренную пустынь. У храма святых Иоакима и Анны список несли первые лица региона. К большому переходу верующие начинают готовиться заранее, как морально, так и физически. А вот сегодня тяжело было вам пройти? Нет, неудивительно. Как бы идем много, но с Божьей помощью легко. И радостно. Я считаю, это необходимо для души. Тем более я живу в Курске. Это наша самая главная святыня Курская. Каждый год стараюсь ходить по возможности в крестный ход. Вот в этом году тоже пошла. Эта икона, она, собственно, и причина на возрождение нашего города. Поэтому как бы вот всей Курской земли. Поэтому всем нашим землякам я как бы вот желаю, чтобы они ходили. Непередаваемая атмосфера. Сотни паломников из разных городов и стран идут под молитвенные песнопения. Идут пешком 15 километров. Говорят, что не чувствуют усталости, потому что помогает Богородица. Святыня прибыла на место своего явления. По традиции крестный ход предваряет Курскую коренскую ярмарку, которая продлится все выходные. Анна Шпакова, Юрий Самофалов, Вести, Курск.